Парк «Сказка», который любят уже многие поколения гусевчан. И сегодня, в этом замечательном, по-настоящему волшебном и сказочном месте, впервые в Гусь-Хрустальном открывается международный фестиваль резчиков по дереву. Друзья познакомились и решили обновлять нашу сказку. И у нас получается. За то, что в этот день такое прекрасное мероприятие совершается. За то, что в этот день здесь... Счастливы и радуйтесь жизни. Это действительно замечательный праздник. И то, что сегодня происходит, это только начало. И я надеюсь, наш фестиваль, у него будет продолжение. Мы будем продолжать резать. И у нас будет второй, и третий, и так далее фестивали, в котором будут участвовать мои ученики из детской школы искусства имени Балакирева. Мы в ближайшее время, наверное, вы их увидите. У нас появятся маленькие скульптуры. Колб из Хрустального района. Сергей, Республика Алтай, Республика Карелия. Выполняет. Аплодисменты. Харизматичных среди всех жителей сказочный Александр Баринов. Следующий участник нашего международного фестиваля. Город Собинка. Самый молодой нашим компаслов и ремесел Владимирской области. Мы забыли одного участника, который приехал, наверное, из самого... наверное, его забыли, потому что он из Беларуси приехал, с другой стороны. Иван, приглашаем тебя. Это... А вас слышно? Микулка Иван, город Лида, это ближе к западу. Приехал из такого далека, и мы вставаем. Просто мы хотели сказать о вас, Иван, особо.